Привет-привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Лилия Донскова. Вы просили показать вам разные прически. Я вам показала, как плести мои фирменные две косы. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такую забавную, летнюю, легкую прическу, с которой справится абсолютно любая девушка, абсолютно любая. Смотрите, как это выглядит. Вид спереди. Так, сейчас покажу вид сзади. Это вот так выглядит. То есть два вот таких вот шарика у нас получится с вами, плетеных, верченых. И сегодня у нас все наоборот, то есть как бы я сначала вам показываю прическу, мы ее распускаем, и я показываю, как ее сделать заново. Будем делать на одной стороне. Как видите, у меня вот эти вот букли, они фиксируются крабиком. Можно взять любой удобный для вас инструмент, это могут быть шпилька или какой-то еще крабик, то есть все, что вам удобно. Распускаем все, и получаются вот такие у нас скрученные, как веревка, косички. Обратите внимание, что здесь в основе лежит шарф, поэтому вы можете взять любой шарфик, который у вас есть, тот, который подходит под одежду, или вот такой вот пестренький, как у меня. Я вот нашла такой длинный тонкий шарф. Чем он толще будет у вас, тем больше будет объем этой прически. И кстати, когда вы распустите волосы, они у меня просто сейчас еще влажные, я помыла волосы и сделаю такое, закрутила, потому что когда я это распущу через несколько часов, волосы просохнут до конца, то будут очень красивые объемные вот такие локоны. Ну естественно, шарфик уберется, то есть такая будет красотища. Итак, как это плетется? Берем шарф, находим середину, середину прикладываем вот сюда, вот в область макушки, волосы делим напополам, делаем прямой просто пробор, расчесали, я сейчас чуть-чуть их расчешу, потому что они немножко все-таки у меня спутались. И что я делаю? Я беру прядочку и перекручиваю с платком, то есть подняла прядку, платок опустила вниз, добавляю сюда же волосы к платку. Но если платок толстый, то можно его не спутывать с волосами, то есть плести его как отдельный, просто как отдельную прядку использовать с волосами, тогда его будет лучше видно. В нашем случае платок немножечко прячется, и вот так мы крутим, просто крутим, не плетем. У нас всегда в работе только две прядки, то есть мы их переплетаем, и чтобы было красивее, можно платочек выправлять наверх. Мне, знаете, это напомнило, когда в детстве мама заплетала нам косички и вплетала бант в косу, это смотрелось так нарядно и празднично. То есть просто перекручиваем, плетем, перекручиваем, ничего сложного нету, справится любой, даже не пионер. Так, куда нам выпустить этот платочек, чтобы его видно было? Добавляем, и всегда добавляйте чуть-чуть, чтобы коса друг с другом соединялась. Ну и тут можно уже все волосы забрать. И вот что получилось, две прядки, в одной у нас шарф, в другой просто волосы, перекручиваем. Можно немножечко сверху тут ослабить сразу, выпустить волосы, чтобы они по объемнее смотрелись. Закрутили, закрутили, следим за тем, чтобы это было ровно и красиво. Крутим до конца. Если вы хотите потом красивые волны, чтобы у вас были, вот эти кончики, они должны быть до конца. Ух ты, красила карандаш и не вытерла руку, чумазая. Крутим, 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 докрутили. Вот так вот я кручу дальше, прядочку вкрутила, и осталось нам закрутить вот эту красивую буклю. Раз, два, три. Ну и шарфик тоже мы сюда маскируем, его можно спрятать. У меня вот он длинный получился, я его прячу, прячу, прячу. Так вот замаскировала, ниточки спрятала вовнутрь, и крабиком закалываем. Ну так поаккуратнее надо будет перепрятать этот шарфик. Немножко получилось, одна выше, другая ниже, но ничего страшного. Вот, вот такая простая
прическа, все. Сколько минут это у вас займет? Максимум 10, если волосы очень длинные, то точно 10, если покороче, то это очень быстро. И смотрите, опять же, нигде ничего не тянет, удобно, комфортно. Самое главное, потом, когда вы распустите волосы, они будут такие пышные и волнистые. То есть если вам нужно, например, к вечеру быть красоткой, с утра моете голову, подсушиваете волосы не до конца, делаете вот такую вот накрутку, весь день ходите нарядно и при этом не в бегудях, вечером все распускаете, делаете вечерний макияж, платье, серьги, капельку духов, и вы красотка. Ну что, пробуем? Пишите в комментариях, как у вас получилось или нет, но я думаю, у всех получится. Дайте мне обратную связь, понравилась прическа или нет, будете пользоваться моими рекомендациями. И я вас всех очень сильно люблю, обнимаю крепко-крепко, целую, желаю счастья и здоровья. С вами была Лилия Донскова, пока-пока.